Недавно владельцы собак, живущие в районе Куркинского шоссе, вынуждены выгуливать своих питомцев на придомовой территории. Других вариантов, говорят жители, нет. У нас свой маршрут определенный. Оттуда, туда, туда, туда и вон туда. С собаками очень много людей здесь. Да? Хорошо было бы. Самый раз. На одной из встреч с лидерами движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» активные химчане выступили с инициативой оборудовать специализированные площадки для выгула собак по ряду адресов. Среди них район по Куркинскому шоссе. Предложение было размещено на сайте hish.online, где обрело большую поддержку среди горожан. Набранных голосов оказалось достаточно, чтобы приступить к реализации инициативы. Осмотреть территорию будущей площадки и обсудить фронт работ с жителями пришла лидер движения общественной поддержки Юлия Ишкова. Площадки для выгула собак на самом деле нашему городу очень крайне необходимы. В районе Куркинского шоссе, дома 3, есть прекрасное место, где можно оборудовать подобную площадку. Жители сами захотели, жители выдвинули эту инициативу, они же сами за нее и проголосовали, и это очень важно. В данный момент собирается техническая документация и создается план объекта. После его согласования с жителями рабочие приступят к реализации.